В честь 30-летия МЧС России в Карельском ведомстве учредили медаль «Рожден в семье пожарного». Отныне ее будут вручать каждому малышу, появившемуся в семье пожарного спасателя. Первые 20 наград сотрудники уже получили на торжественной линейке ко Дню спасателя. Церемония состоялась на территории 1-й пожарно-спасательной части. В построении приняли участие личный состав и ветераны Карельского МЧС. Они были награждены ведомственными знаками отличия МЧС России, государственными наградами республики, почетными грамотами и благодарственными письмами. Подарки вручили и детям действующих сотрудников. Вместе с медалью они получили сладости и футболку с принтом своего рисунка. Вручение медалей «Рожден в семье пожарного» должно стать настоящей традицией Главного управления МЧС России по Республике Карелия, а также символом крепкой семьи, которую так ценят все сотрудники чрезвычайного ведомства. И, может быть, именно эта медаль сподвигнет детей пойти по стопам своих родителей, надеются в ведомстве.